дальше что между вами произошло? Ну, я как-то ножик у нее забрал. Она немножечко как-то в сторону отошла. И получилось, что как-то я ее ударил ножом. Тут полотенца какие-то были. Вроде что-то взяла она. Пошла в зал. Угу. Я думал, что пошла и легла. Ну, так она и легла. Я думал, она... Я сел на диване здесь. Я подошел, по щеке постучал так не сильно, ноль, посмотрел, губы белые. Развернулся, спустился вниз, вызвал скорую у соседки и полицию.